Доброго времени суток. Православных людей с праздником, с крещением Руси. Всем здоровья, люди. Пойдемте к морю, сходим. Оказывается, много чего нельзя говорить про себя. А я тем более в интернете говорю. Это плохо. Поэтому красные нитки уже стал носить. Наверное, все догадываются, почему не я только болею месяц уже. Ну и собаки. И бабус, рыжик. Странно. Всем желаю того, что вы мне тоже желаете, господа. Время без 10:07 вечера. Город-курорт Ялта. На улице тепло, но солнца не было сегодня. Иду собаку искать. Море спокойно, штиль, можно сказать. Видите море какое, а небо? А небо видите какое? Катер пошел, Азов второй идет тоже навстречу в порт. Небо. Небо покрылось одеялом. Хороший день. Праздничный церковный день. Крещение Руси, господа. Было это в Херсонесе, если кто не знает, под Севастополем. Ну, Севастополь. Отсюда началась христианская жизнь. С Крыма. Князь Владимир крестился. Приглашаем всех желающих.
комар сидит. Ну что, рыбаки, поймали что-нибудь? Ну-ну. Еще туда присядьте поближе, идите туда, где стоянка у них. Слышите? Слышали слова песни сейчас? Пока я болтал на катере. Русь неподкупная. Мощные слова. Я потом другой камерой с Сонькой поприближаю, еще видос сниму, если все нормально будет. А сейчас мне надо барбоса найти. Вот этот певец, который поет. Шагает к своей аппаратуре. Аня говорит, не было собак сегодня. Вот Тошка один лежит. Молоденького собачонку видел, а удивительно. Что это? Аня говорит, а ты чё, говорит, такой в майке? Какой-то покрашенный, говорит. Я говорю, да я собачьим спреем, говорю, нечаянно покрасил. Ну ладно, тогда, говорит. Я вот эти деревья поставили, так смотрится вообще. Здесь нету даже этого собачонка. Маленький. 23 градуса тепла. Сказали барбос у туалета, иду туда. Куда ты идешь? Дороги нету. Только пришли,
Нет. Уходите? Не ухожу еще. И поговорить не с кем. Собак нету и поговорить не с кем. Что за люди? У меня с надеждой переписка. Петр, здравствуйте. Добрый вечер. Как ваша жизнь? Слава Богу за все. Все хорошо. Вас давно не было видно. Да, чуть отсюда. Стоим с Петром, разговариваем. Большой привет подписчикам Олега, каналу. Спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова, за ваше хорошее настроение. Спасибо большое. Дай Бог всем счастья, любви, всего самого наилучшего. Спасибо большое. Всем вам, привет. И вам тоже здоровья, удачи, успехов. Для вас песни наилучшими пожеланиями. Спасибо, спасибо большое. Песня «Портной» сейчас будет.
Идите нам на огонек. Не проходите мимо. Завтра видео. По-моему, Барбос здесь загавкал где-то. Долго с ним пообщались. Немножко он отдохнул, постоял. Очень известная, кажется, личность. Вон Барбос гавкает на собаку. Он со всеми артистами из Москвы, со всеми раньше общался. И с Глызиным, и с Добрыниным, и, ну, в общем, и с Бутыркиным. Там много называл, там 100 номеров. Барбосика, Барбосик, я кушать принес. Кушать принес, айда. Кушать принес я, Барбосик, я кушать принес. Я тебя ищу, а ты ходишь тут, гавкаешь. Пошли в стороночку, покушаем. Пошли. Видите, как идет, видать, проголодался. Идем. Закрутился, Барбосик. Закрутился, мой дорогой. Пасечку, не, ну подожди тогда, не уходи, маслы тут есть. Все у меня есть тут. Ну, это можно, да? Нет? Ну, ты сейчас немножко поломаешь, потом покушаешь. Немножко поломаешься, потом покушаешь, да, Барбосик? Может, этот масол? Кушай. А я пока ногу побрызгаю твою. Это рыжик, говорю, господи. Барбосик из Джанга. Это тряпка. Я руки вытираю. Нет, не бойся. Брызг, смотрите, уходит. И масол бросил. Он подумал, что я сейчас буду ему ногу лечить. Он не дурак. Он вовсе не дурак. Он чует, что что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Вот там колбасу поел. Я ему дома нарезал. Угу. Вот там кушаю, все нормально. А что, рядом со мной западло? Да нет, не западло. Просто я боюсь. Ты опять набрызгаешь на ногу какую-то хрень. Ты не уходи, Барбосик. Ну что ты? Он теперь меня возненавидит нахер. Вон он лег. Он теперь просто от меня будет убегать. Господи, как собака напугалась, а? Скажет, это что такое? Что он делает со мной? Заманил едой, потом побрызгал. Да. Как-то даже неудобно мне перед ним. Молодой парень поет. Зову, наверное, сейчас будет это, ломиться от меня. Да нет. Ну, я хорошо побрызгал, слушайте. Барбосик, пошли туда, пошли. Нет, идет. Ну что, не обижайся, зато ногу подлечили, Барбос, вон. Хорошо я ему набрызгал. Ладно, пусть отдыхает. Народу много в Ялте, что сказать. На улице тепло. 23-24. Ветра нету. Благодать, короче. Люди сидят в кафешках.
Обрадовался Рыжик, что я пришел, да? Обрадовался. Ирина Афонина и Ирина К. Спасибо большое за помощь. Ложись, Рыжик. Где эти мысли твои? Я же недолго был. Недолго. Рыжика. Сейчас будем кушать, Рыжечка. Молочка тебе принес. Да. Я побрызгал здесь, чем мы Барбоза. Тут, в принципе, все зажило. Чуть-чуть.